мы своей работой довольны. По замечаниям, которые были выявлены, там небольшие, мы по ним все устранили. Ну, в принципе, все. На этом все закончится или все-таки вы еще будете встречаться? Хотелось бы установить турник в 3 уровня. Мы его установим дополнительно в течение месяца. И ну, вообще тут местные спортсмены попросили тренажер для ног. То есть если бы еще установили тренажер для ног, то как бы в принципе в спортзал можно больше не ходить. То есть надо развивать площадку. Да, хотелось бы еще пару тренажеров сюда установить. Скажите, а вот будете как-то курировать эту площадку, может быть, в рамках гарантийных обязательств? Да, мы будем и курировать, и следить, ну и, возможно, тут поможем с приобретением еще пары тренажеров. Приехали к нам из Петрозаводска с уникальной системой изменяемой нагрузки, то есть нагрузка на тренажере изменяется путем перемещения дисков по направляющей. То есть, ну, вот стрелочки показывают, перемещаем. Сюда нагрузка больше, сюда нагрузка меньше. Ну что еще про тренажеры? Скажите, простой обыватель сможет пользоваться ими? Ну, для обывателя есть виртуальный тренер, то есть QR-код, на который можно навести телефон. Давайте покажу. Ну, приложение какое-то надо? Нет, приложение не надо, ну, по крайней мере, вот на айфоне. Он дает, перекидывает на YouTube. И показывает, как выполнять упражнения на этом снаряде.